Здорово, это канал Let's Play по-русски, с вами я, Чешир. И я Синкс, и мы продолжаем нашу серию прохождения Saints Row 4. В прошлой серии мы, если не ошибаюсь, закончили на PvP. Да, только где... потише немножко говори, а то у меня уши режет. Хорошо, я могу спасибо. Вот так вот говорить, нормально? Отлично. Слушай, это полицейский разве? Да. Негр полицейский? Но, ну как бы, а почему нет? Ну ладно. Как бы в истории Земли были даже президенты негры. Да ладно. Ну, Сападов. По крайней мере, я это читал в учебниках. Давай пройдемся по сюжету, что у нас там дальше. А то я уже потерял ниточку. Нас, короче, там похитил инопланетянин, что-то хотел с нами сделать, но мы спаслись, да? Да. Ну хорошо, что дальше? Ну, судя по всему, у нас снесли все наши дома, отели, там, апартаменты и так далее. В общем, все, чем мы зарабатывали на жизнь. А теперь мы должны изгнать этих чудесных инопланетян из нашего города. Ну и вообще с планеты желательно. Угу. Слушай, вопрос. Ты тоже видишь, что у меня прическа половина только осталась? Да, видимо, ты срезал ее, когда садился в автомобиль. Нет. Ну, ладно. Ну, как-то странно, да? Я сел и все, прически нет. Опять поехали к моему парикмахеру. Как ты не вываливаешься из окна, то я не знаю. Ну что? Так, сейчас, значит, где там миссии? Я не знаю, так, это не то. Миссии, апгрейды. О, квесты целых три штуки. Праймери, ага. Ну давай. Так, я сложность смотрю очень немаленькая. Да, сложность максимальная. В общем, сейчас мы должны будем понять, а как же, собственно, повредить этим инопланетянам. Мы сейчас поднасрать, должны... так сказать. Да, мы должны понять, как вот эти вот щиты снять, и потом уже, так сказать, насрать. Как обычно. Давай. Садись. Ой, что это такое проехало там? Почему я вылез? Я не знаю. Что случилось? Слушай, там какой-то этот, профессор Дженкинс нас атакует, чувак. Я предлагаю его убить. Почему у меня нет хп? Я говорю, там какой-то чувак в костюме профессора Дженкинса захотел нас застрелить. Да, я вижу. Надо его... Да, надо. Убить. А где он? Не знаю, где-то там был. Мне страшно. Смотри, тут сбили фонарь, а фонарь горит. Неважно. Понял как? Хорошо, куда бежать? Вон вижу треугольничек. Километр. Я не вижу. А, вижу. Так. Ну ладно, я машину нашел. Хорошо. Ты как? Ой. Так побежишь? Если, ну да. Постой, у меня закончился этот чудесный спринт. Подбери меня там на улице. Садись, детка. Все так не спеша. Как обычно, знаешь, там какая-нибудь миссия, типа, спаси шлюху там на улицах, она так не спеша, и там все стреляют, там, гранатометы, она не спеша. Шифтом нажимай, я забыл. Нормально все будет, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас я освобожу, сейчас будет зеленый. У тебя пульт? Да. Да! 9 миллиметров. Как, помнишь, какой-то фильм был там тоже, типа, инопланетянин? Надо обезвредить генератор. Он на крыше. А, вот оно что. Как его обезвредить? А, просто вырвать. Просто вырвать у него нутро. Давай, давай, вырывай. Че тут? Че с это? Подкрадывается здесь парень. Убивай их. Хорошо. Я рву. Рву нутро. Порвал? Слушай, мы, по-моему, точно так же ядерную ракету обезвредили. Да, именно так. Ну. Грубой силой. А понимаешь, инопланетный реактор и ядерный реактор, ну, ракета, она аж это. По одной технологии сделана, то есть вот это. Другого уметь-то и не надо. Логично. Даже наши предки, викинги, так сказать, точно так же обезвреживали вражеских агентов. Меня убили. Я вижу. Подними меня, пожалуйста. Кстати, надо будет купить этот обилку, чтобы подольше лежать. Да, кстати, точно есть такая. Надо сначала их всех поубивать. А, где я? Не понял, что произошло. Но, по-моему, меня хотят убить. Не дам в обиду.
Все. Отлично. Как у него там рука не заживалась, я не знаю. Почему не заживалась? Может, заживалась? Так, а дальше третий остался, да? Третий? Их же два было. А, это уже сам этот. Ну да. Ну, точка третья. Какой-то хиленький щит, да? У тебя вода тоже в таких красных квадратиках, да? Да, это типа фишка. Это не баг, это фичи. Понятно. А то просто у меня минимальные настройки, чтобы не тормозило. Ой, это оказывается... Если ты понимаешь, о чем я. Давай, я пинаю пока. Он что-то сказал. Подожди, не бей, пускай выскажется. Что он тут высказывается, я смотрю. Он хотел высказаться. Каждый имеет право на слово. Что? Комплект? Прикинь, космический корабль сбит так. Да. Инопланетяне. О, это же из FTL этот. Да? Скат? Энджи. Энджи. Энджи? А, я думал из НАСА. Это черепашка-ниндзя, чувак. Убей его. Я пытаюсь пнуть его. Не вышло. Я его пнул. Он меня тоже. Сейчас. Хотел пнуть. О, дробовиком его, да? Нет. Тебе хорошо там? Очень. А тебе? У меня вообще здорово. Сейчас у меня охлаждается оружие. Подними меня, пожалуйста. Что за хак-стайл? В смысле? Ну, он любит, типа, это... У меня просто не было слов, что я не понял, что произошло. Давай эту собачку все-таки накажем. О, я понял, он уязвим к шотгану. Да. Так начал селекшн. Сейчас я заряжусь. Ой, слушайте, какой-то этот металлический дождь идет. Вот этот. Слушай, знаешь, на кого похож этот, как его? Такая черепаха из Марио была. Она точно так же крутилась, когда ее убивали. В черепашках ниндзя такая же хрень была. Куда? Ты не утонешь, я надеюсь? Я постараюсь. Надеюсь, я не умру, пока тебя нету. Я тоже надеюсь, что ты не умрешь. Я его сейчас убью. Я как матрица, я убью все ниндзя. Чувак, ты успеешь вылезть? Подожди, я там это нажимать должен что-то. Что? Все, я его разорвал. Чувак, такое ощущение, что ты пытался съел на пару килограммов. Простите, я его съел изнутри. Как арбуз. Нормально. Спелый. Что за Blast Unlocked? Я не совсем понимаю, что случилось с Saints Row. Что это вообще такое? Что происходит? Да, то есть как-то... Слушай, это реально пародия на Матрицу. Я все понял. Как там? О, F1 Select, Freeze, окей. И как его использовать? Я теперь знаю Ice Blast. Как это сделать? Sub-Zero, кушечку нажми. Пни. Отлично. Шикарно. Знаешь, я себя чувствую просто воплощением каких-то вот, знаешь, вот Mortal Kombat-ских героев. Sub-Zero? Да, всех сразу причем. Где моя молния? Наверное, так все и происходило в оригинале. Так, куда теперь-то поставить? А, на D, да, слушай, смотри. Слышно нашел. Очень просто. Да. Вот смотри. И... Ой! Че, сирена, что ли? Подожди, я с крыши спрыгну. Он меня пугает. Oh,
А здесь нельзя спрыгнуть с крыши. Сейчас я заряжу что-то. А, типа у него, видишь, типа этот коричневый щит, который нельзя пробить. А вот эту хрень мы можем его снять ненадолго. Ой. Голова отлетела, постой. А нет, постой, это слышишь, половинка головы была. О! Слушай, а у меня иммунитет к этой хрени. Так, ну я разобрался. Ice Blast, окей. Она написала 2000 монет за эту чудесную штуку. Где здесь что-нибудь вкусненькое есть? Не знаю, я нажимаю Enter, чтобы продолжить. Я хочу еще одну миссию, давай. Ну конечно. Это так, это разминочки. Во-во-во, смотри. Кластер. Ой. Ну и ладно, давай дальше по сюжету. Окей. Вот, опять пауза, не то. Сейчас. Ага. А, прикинь, это, короче, мы еще не на земле, это мы, оказывается, до сих пор в этой. В матрице, да. Угу. А сейчас задание, короче, вернуться на землю. Окей. Давай. Ага. Окей. Fill me in, Kinsey. What do we know about the Zen invasion? То есть надо добраться до выхода, что ли? Да, короче, поехали. Ты за руль сядешь, это у меня лагает с этой записи. Хорошо. Ты мне руль дашь? О, иди сюда, я нашел. Что ты нашел? Куда идти? Я нашел спорткар. Окей, иду. Опять-нибудь какой-нибудь этот школьный автобус. Я почему-то так и думал. А типа здесь другие есть. Ну пусти. Ну сходи. А ты рюкзак взял? Да, все хорошо. Даже и завтрак. Я готов разгоняться. А ты когда учился в школе, у тебя был чувак какой-нибудь, который ты хотел бы на автобусе? Ой, это милиция, подожди. Да что ж ты это? Смотри, какая деталь его отвалилась, смотри. Я не вижу. Она уже пропала. У меня ничего не отвалилось. Так это, ты не ответил? Что? Ты когда учился в школе, у тебя был такой чувак, которого ты бы сразу себе сдавил на автобусом? Почему именно автобусом? Нет, я таких людей не знаю. А, то... Ну, а... А ты на что намекаешь? Не на что. Вперед, давай. Ну мы же с тобой не учились. Ну надо же сделать вид, что все хорошо. Так. Что? Мне кажется, или мы очень медленные? Нормально все. Надо в спорткар пересесть, на самом деле. Ты где? Я угоняю спорткар. Я взорвался. Че, серьезно, что ли? Меня тут колбасит. Ты выжил? Да. Тут прикинь, короче, какая-то есть это. Не полиция, а что-то типа этого. Ополчение. Чувак только в каске ходит по улице. Угу. Ну что, ты где? Я еду, да. Только ты это, как его? Там помалкиваешь, мы в школе-то не учились. Ты вон, Хага уже направили на переобучение. А как они узнали, что он не учился? Да тоже так же вякнул, небось потом не вырезал. Надо молчу. Да, все, дальше. Давай. Ну, попробуй догони меня. О! Мне подрезал автобус прямо под грузовик. Теперь тоже, конечно, не догоню. Слушай, за тобой с полиции едет, короче, несколько чуваков. Ты уверен, что за мной? А они телепортнулись. Судя по всему, за тобой все-таки. Ну, у меня здесь никого. Чисто. Все, я приехал. Слушай, а у тебя в этих, как в лучших традициях Science Row? 40 передач в машине? Да. Окей. Они не заморачивались. Такой звук был, как будто током там прихреначило немножко. Ты сейчас что видишь? Как ты пытаешься ворваться в какую-то дверь на крышу. Мы не можем зайти в него.
Не та дверь. А вот в эту дверь. А ты в нее не можешь войти. А ты слишком жирный, дай пану тебе. Давай, хватит, рассказывай здесь. Ну, помогло. Трусливый толстяк. Знаешь, как в туннеле у Купибара? Да-да-да, кстати. О, ты видишь, наверное, нормальное тело, да? Да. А я вижу жирное тело в капсуле. У тебя, наверное, всего два квадратика внизу было, да? О боже мой. Видел бы ты, что вижу я. Смотри. Смотри. Обезображенное тело. А почему у тебя квадратики горизонтально располагаются? Где моя суперэнергия? Брэйнс. Left 4 Dead начало. Давай, плевани, будешь толстяком. Да я тебя... О, подожди, нажми А я пока прикурю. Мои сигары? Ладно, простите, не сдержался. Так. Мы здесь, кажется, были уже. Что за ящики здесь сидят валяются? Синхронно. Чувак, ну у тебя большая задница. Ну хоть что-то. Ну хоть спина мускулис. Постой, постой, стой так, стой так. Тебе надо ровно за мной идти, чтобы еще раз наклониться. Помоги. Помоги. Я не могу так смеяться, мне хреново. Зачем нам сейчас Кинзи? Не в таком виде, пожалуйста. Да. Помоги мне. Кинзи, где кофе? Ой. Че, серьезно, что ли? Это Кинзи? Да. Слушай, такой звук у тебя был, как будто ты мордой об стол долбал. Я не успел на мышку нажать. Че, должен был? Да. Я себе чесал голову, короче, увидел, что мне надо нажать. И чуть не разбил мышку, понял? Мы все проиграли. Сейчас опять идти. Я так сильно смеялся, что... Ой, теперь я вдоль стенки иду. Ну чё, куда ты там это? О, я пропал. А какую мышку надо? Правой кнопкой мыши надо было. Правая это справа которая или которая? А, всё, понял. Give me that. Понял, толстяк, как надо? Сейчас, если у меня будет такая же штука в руках... Да, конечно, будет. Они всегда запасные носят, чё ты думаешь? А у него внизу ещё одна, видишь? О, чекпоинт, отлично. Смотри, как я прицеливаюсь, и лбом. Смотри, куда ты прицеливаешься. Стой на месте. Давай. Постой, постой, знаешь, у меня это какой? Зеленый крестик появляется на твоей заднице. Типа, стой, это друг. Friendly fire. Так. Ой. Знаешь, надо будет по квартире так голышом побегать. This is human. This is human, конечно, human. Это же ща. Видел бы, что я его ударил. Чувак, интересно, на видео будет слышно, как я только что хрюкнул? Если бы ты не сказал, то, наверное, не заметили. Я его обнял. Иди себе возьми шлюшку. Всё? Ну, походу, да. Куда она, наверх? Да. Почему у них всё как у нас? Мне интересно, почему... Яйца есть и динамики. Не, мне интересно, почему вот эти чудесные мускулистые инопланетяне не могут сопротивляться жердяй, который взял их в плен.
Выброси его, выброси. Как? Е. Как в баре, старый добрый, да? Да, да, да. Хедшот. Ой. 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 Что это было? И что? О, надо отстреливаться, чувак, их много идет. Ну, как бы... Ну как, да, не очень много, но как бы... Кстати, у меня начала громче музыка играть. А тебя тоже? Я вообще музыку выключил. А, ну бывает. Но надо включить, потому что как-то действительно... Ребята правильно говорят, атмосфера теряется. Ну, вообще да. Но я сейчас пытаюсь музыку перекричать на самом деле. Сколько же их? Много. Тут какие-то щиты ползут, да? Я смотрю, у тебя осталось суперсилы. Я не могу встать, помоги! Я понимаю тебя. Что происходит? О, мы, кажется, это... А прикинь, лазер с задницы прям попадет. Мне только что так попало. На тебя-то нормально, у тебя там есть этот, немножко жира. У меня прическа видна из-за ящика. Нормально. Я с Рукинзи там вот и не катала. Ну, четко. Тачка, конечно. Это она угнала у них корабль? Ну да, судя по всему. Ну или купила на распродаже. А это кто? Ну, негр наш, точно, не помнишь? Да, точно. Ты такая душа, слушай, мне страшно. Все? Так просто? Ну, конечно. То есть нас забрали с другой планеты вот так? Да, ну, как бы не с другой планеты, я не знаю, что это. Хотя... В общем, добро пожаловать в Матрицу, как я понимаю. Он хотя бы отделся. Слушай, типичная женщина. Ну да, конечно. Мне чтобы что-нибудь приготовить. В общем, я так понимаю, что мы сейчас будем на два фронта. Типа и в Матрице сражаться, и в реальной типа жизни. Похоже на то. Но мне в реальной жизни больше нравится. Воу-воу-воу. О, мы типа летим? Я так понимаю, что ты... Ты летишь? Да, я лечу. А ты стреляешь, да? Да. Что ты делаешь? Что за... Ты включил? Нет. Признайся, что я просто мобилка играю. Нет, это тема музычка. Молодцы, ребята. Пацаны вообще, ребята. Веди нормально. Я веду нормально. Нет! Тебе страшно? Очень. У меня тоже. Это вот самое страшное слышать от человека, который за рулем эти слова. Да? Да. Я с ними разберусь, но ты уже будь добр, объедь. Облети. Я ничего не вижу, тут вспышки лазера, они слепят меня. Как Синон. По приборам. Да. Ой, слушай, это быстрее вращается. Где штурман? Куда лететь? Слушай, они стреляют на нас, смотри, видишь? Ну, нет. Слушай, что за черт? Да для чего такие трубы большие не сделали? У них что было, мало, много металла, что или что? Нормально. Там еще много было.
Что? Ой. Мы как побывали в попе у негра. Да мы и сейчас здесь. Вот, я помню, это была какая-то звезда смерти или что? Что? Слушай, это реально космический корабль. Здоровенный. Да. Он классный костюмчик. Да. Но мне он идет больше. А что у меня внизу? Ну, почему все так ровно? А эти, знаешь, бухают все это время, да? Конечно. Ну да, что еще можно ждать от Олега и от... Типа, реклама. Из космоса звоним, 217-й код или какой-то. Ой. Это он типа взорвал землю или что? Да, похоже на то. Интересный поворот. 7 миллиардов людей убил. Ну, упс. Ну, конечно. Прям такой воодушевленный момент. И чё, мы теперь на корабле будем жить или что вообще? Что за хрень? Ну, девушка есть. Ну, вообще, да. Возродиться негр... сможем. Негр есть, скучно не будет, да? Не, всегда есть кому умереть, да? Негр есть на корабле. Это знаешь, как эти шахтеры канарейку в шахту брали? Ну. Сейчас прикинь, мы быстренько убьем этого главаря, и игра закончится. Упс. Что они рассказывают? Как убить? Там космический корабль размером с Землю. Ну, типа, она говорит, что есть какой-то, типа, способ вернуться в прошлое и предотвратить это. Если я правильно понял. Я смотрел на картинки. Я тоже. Как в книжках. Так мы и учились. Так, сколько там времени? Нормально уже. Так. В общем, здесь что-то слишком много нам всего дали. Очень-очень много. Лицо какое-то дали. Лицо? Итак. Интересно. А будем ли мы продолжение снимать в следующей серии, или у нас еще есть время на одну миссию? Нету больше времени. Нету больше времени. Ну, значит, ребят, спасибо большое за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Что это? Пока-пока.